Книга «Открытым оком». Вопрос 757. Если зарубежные миссионеры предлагают на свои средства открыть больницу или приют для детей, но взамен на это они будут наставлять детей в свете своего протестантского учения, то стоит ли принимать от них помощь в таком случае? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Больница и приют – это не частная лавочка, а государственная. Ясно, что нас, верующих, никто об этом спрашивать не будет. Наши депутаты, законодатели обязательно согласятся и обязательно из этих американских средств будут воровать, и притом очень много. Если говорить с учетом того, что у человека есть бессмертная душа, рай и ад, то не следует давать им на это разрешение. Есть еще один вариант, самый приятный для русских халявщиков. Если бы они нас послушали, сразу же договориться, чтобы православная церковь закрепила за этими учреждениями своих хороших проповедников-миссионеров. И тогда, сколько бы эти сектанты не раздавали своих пирожков, наши православные за ними не пойдут. Но это уж из области фантастики. Если уж за деньги согласились принимать урановые отходы, то почему не принимать каких-то еретиков, чисто одетых, гладко выбритых? Если за вхождение в Европейский Союз отменили у себя смертную казнь, даруя жизнь маньякам и многообразным убийцам, то почему бы не разрешить духовным палачам и еретикам за готовые денежки проповедовать? Все равно же батюшки здесь не трудятся, эти люди заброшены и никому не нужны. Люди были неверующими, теперь же, став учениками сектантов, они явно не будут воровать, пить, курить, сквернословить и творить прочие коммунистические прелести. Так что будут они строить и будут учить, и всем будет хорошо.